Точка сегодняшнего бонуса – это Diablo 2. Со времен первого Diablo у программистов назрела масса идей, которые они кинулись воплощать в многочисленных аддонах. В Diablo 2 просто огромное количество новшеств, о которых мы и поговорим в последние несколько минут программы. Начнем с главных функций продолжения – новых классов персонажей. Теперь друид может превращаться в медведя, что выполнено в визуальном плане весьма эффектно и на что, собственно, обращается внимание почти в первую очередь. Много изменений коснулось и убийц. Убийца становится эдакой темной дамочкой с явно вложенными несколькими поинтами в параметр «looking bad». Вообще, много изменилось именно в визуальном плане. Графика стала значительно приятнее, а интерфейс гораздо более удобным. Как говорил еще задолго до выхода экспеншн ко второму Diablo главный продюсер компании Blizzard и непосредственно Diablo 2 Matt Householder, наша задача — дать игрокам возможность более разносторонне развивать своего персонажа, изменив ранее зачастую неиспользованные навыки в Diablo 2. И это еще тогда было отличной новостью для тех, кто желал как можно большего баланса игры. И, надо сказать, Householder не солгал. Они действительно добились того, чего хотели, и теперь мы можем в любой момент начать переучивать своего персонажа на другую квалификацию, отбросив прежний интерес. Еще одно весьма важное нововведение, о котором обязательно нужно сказать, относится к переключению наборов оружия с помощью горячих клавиш. Те, кто играл в первый Diablo, наверное, помнят, что была такая точка зрения. Раз маг может менять свою атаку при помощи ключевых клавиш, то почему же воин не может менять оружие так же? Теперь это стало возможным. Новая система инвентаря, разработанная для продолжения, позволяет персонажу хранить два набора оружия и щитов. Теперь, лишь нажав на клавишу, вы сможете быстро сменить их. Варвары, к примеру, могут менять тяжелый двуручный меч с большим коэффициентом повреждения на одноручный меч и щит, чтобы быстрее расправляться с некоторыми специфическими видами монстров, отличающихся проворностью. Амазонки могут менять копье на лук. Также весьма существенное нововведение коснулось предметов, собираемых в игре, и их свойств. В Diablo появилось несколько предметов, названных Charms, которые, хранясь в инвентаре, повышают параметры персонажа. Достоинства их трудно недооценить, ведь они дают отличный эффект, занимая совсем мало места. В общем-то, из основных изменений это все, что приходит на ум, но я думаю, этого уже достаточно, чтобы понять, как много изменений происходит в Diablo 2 и по сей день. Видимо, именно из-за неуемной фантазии ребят из Blizzard эта игра по-прежнему является самой популярной RPG. Так держась! Welcome.